В праздничные новогодние дни все экстренные службы, которые должны работать, сельская центральная районная больница, будут работать штатно. Это все круглосуточные стационары, приемные отделения, диагностическая база, лабораторное исследование. Что касается поликлинических отделений, мы выходим 2, 4 и 6. Все поликлиники сельского района выходят участковые педиатры, участковые терапевты, при необходимости выходят хирурги для оказания помощи. Хотел бы пожелать всем жителям нашего района в эти праздничные дни проводить празднование максимально безопасно для себя и для окружающих, чтобы не попадать с какими-то неприятностями и не портить себе, прежде всего, праздник и не ухудшать свое здоровье.